Борю Самею, дорогие друзья, дорогие хаварим, здесь, в Украине, Америке, в Израиле, Пурим есть Пурим. Это праздник свободы, милости Божией, благоволения и знаете чего? Радости. Мы сегодня поздравляем вас с Одессы, с города, где веселье, радость, юмор всегда присутствует. И знаете что? Я говорю вам Пурим Самея. Этот праздник для нас свобода. Для многих это может быть депрессия, потому что евреи победили в этом неравном бою, хотя все зависело от одного письма. Один закон, другой перебил. Одни люди мыслили, другие победили. Те, кто надеялся на уничтожение, получили свое. Не сей зло, не будешь жать зло. Если ты сеешь добро, ты пожнешь добро. Сегодня я говорю вам Пурим Самея. Я также говорю. Мы проходим эту долину, но не смертной тени. А если кто из смертной тени, то скажу вам, Бог в конце туннеля, свет для нашей ноги. Он тот, кто выведет нас из этого места, потому что он есть не только Бог Всевышний, гор, но он есть Бог долин. Пускай Бог благословит вас. ¶¶